людям з психічним захворюванням тяжко знаходитись в ізоляції, тому що вона залишається наодинці. Это действительно сложно и жутко. Мысли ведь они никуда не уходят, они продолжают бегать. Обдумываешь, что происходит, что светит, что не светит в жизни. И, в принципе, изоляция вообще паршивая штука. Вообще ощущение отторжения коллективом – это жуть. Когда ты понимаешь, что ты в обществе неприемлем, что ты просто ошибся адресом, когда родился. Просто ощущение, что ты здесь неуместно. И сидишь в этом когнитивном мешке и не знаешь, куда тиснуться. И тут, когда ты изолируешься, тому що ти потрапив до лікарні, ти ще і зверху ізолюєшся тим, що ти на карантині. Ти не можеш обійняти людину, яка до тебе приходить, привідати. Ти не можеш вийти елементарно самостійно на прогулянку. Я думаю, що було б здорово, якщо б люди розуміли, що на цій стороні теж люди знаходяться. Не злобные монстры, которые просто вот у них цель сесть на шею и сидеть на ней. А просто это такие же люди, и у них тоже переживания есть, у них тоже мысли есть. Люди с психическим захворюванием потребуют простого розуміння, простой поддержки, простого спілкування. Мы такие же люди, как и вы.